такая тут желание. Да, сейчас пойду. Подвески разные. Так, мы приехали к тюльпанному дереву. Оно самое большое в мире. Ему 380 лет. В него два раза ударяла молния. Что, Ксюш? Да. Как я уже сказал, в него два раза ударяла молния, и поэтому местные жители окрестили это прикосновением Бога. Если до него дотронуться, легенда гласит, загадать желание, то оно сбудется. Вот все туристы это делают. Акация, да? Нет, конечно, жарят. А, это каштан? Добавляют в стакан теплого молока, столовую ложку. Не очень понравилось. Выпивать, при этом моментально снижается температура. Желудок лечит каштановыми болевые свойства, залечивать маленькие раны в организме. Язву, гастрит, острый гастрит. Если вы лечите желудок, принимать по одной чайной ложечке утром натощак, желательно не запивать, не заедать хотя бы 5 минут. Его даже можно кушать и при сахарном диабете. Впоследствии никаких не будет, сахар не повышает. Он обогащен. Давай словлю, отойди, Максим. Сейчас рыбу словлю. Что-то не получается. А почему? Быстро уплывают. Лови ты, Ксюш. Боюсь. Не бойся. А что в руках с ними случится? Ничего, будешь держать, потом пожарим на сковородке. Папа, а что с руками моими случится? Да ничего не случится, она скользкая просто. Нет. Вот, видите, какая большая? Видишь? Она прыгает к тебе, Ксюш. У нее же несколько видов. Радужные, это может быть рыба-мама? Папа, помоги мне. Папа, как она большая, значит это рыба-папа. А, рыба-папа, понятно. Папа, помоги. Что тебе помочь? Рыба-папа такая огромная. Ну, вообще же искусственная. Ну, ты не ешь ты? Ну, в смысле, да, это тебе. Ну, поймай большую. Ну, все, там что-то. Сейчас мы будем пробовать различные виды сок, обязательно все сыры пробовать, так как это домашняя продукция, я сомневаюсь, что как бы, вы еще сможете без рыбы это попробовать. Единственное, о чем попрошусь, можно немного потише, я понимаю, после вина все, ранее смерть, там кровь по организму погнали. И так далее. Я специально сделал. Информация очень интересна, полезна. Первый сыр, который мы с вами начнем дегустировать, это вот так выглядит он. Ну, все знают, что круглый, это детский сыр белый, популярный в стране у нас очень. Магазины, рынки, магниты и так далее, везде продается. Не именно, правда, наша продукция, но сам это детский сыр. Сейчас будем начинать дегустацию с него. Мне не дали за бутылочку. Я буду приносить его в свою тарелочку, вы как бы пробуйте и внимательно слушайте.
Это очень древний сыр. На открытости запоминают, что уже 2000 лет. Но этот сыр очень полезен. 80 граммов такого сыра содержится. Суточная норма таких витаминов, как А, В. Также в нем большое количество кальция. Да. Даже... Везде? Я и в новостях, и везде есть. Я как-то тебя не знаю. Настоящий сыр. Копченый. Куда ушел? Напугался, что ли? Вот посередке давайте. Куда он денется, сыр этот? Завезете, конечно. Как в тряпочку загреете? Можете, да? В тряпочку. Можете взять целлофановый пакет. Ну, его, например. Завязали, и здесь дырочки понаделали, чтобы воздух проникал, и все. Тебе было не страшно? Нет, это было долго. Пап, там чуть-чуть, пап, там чуть-чуть пол, вода набирала. Так, а это что, водопад такой? А пойдемте посмотрим, как тут рыбки плавают. Давай. Где? Пап, пошли. Мы не ищем легких путей. Где рыбки? Надо удочкой ловить, все так не получится. Хорошо. Папа, ты не ловишь. Вот она, смотри. Пап, нет, лови. Сейчас ловлю, подожди. Ты обещал. Она реагирует на брызги. Ей нравится. Папа, не надо. Лови. Ты обещал. Они сухие, а? А почему вы сухие? Вы что, на водопадах не были? Ha ha.
Идешь, Карен? Идем. С этой стороны будет стук. Я не слышу. Народ, иди, если он стук. А пакет мой. Да, да. Артур, пошли. Куда? Вниз. Расположен торговый развлекательный центр в городе Мурахмо. В нем вы сможете сходить в открытый аквапарк.